везде, где появляется Маша, везде появляются и клипы в лайк. А вы напишите в комментариях, вы все тренды знаете или нет. И сейчас я вам покажу самые прикольные подарочки. Лайки. Я вообще не понимаю, что она от меня хочет. А, это будет смешно, ждите клип, сейчас вам покажу. А сейчас попробуй нажать лайк с закрытым правым глазом. Ух ты, многие промазали, а у тебя получилось. А подписаться с закрытым глазом 100% никто из вас не сможет. Всем привет, меня зовут Маша, и сегодня я буду отмечать свой день рождения в лайке. Мне родители, бабушки и дедушка подарили подарочки, и сейчас я вам покажу самые прикольные. Да, в лайке. Happy birthday to me! Get bigger! Likey. А сейчас мы отправляемся в G-Bar делать прическу и тоже там что-то поснимаем. Везде, где появляется Маша, везде появляются и клипы в лайк. Сейчас Маша со своей красивой укладкой решила снять клип. Это не просто клип, это угадай тренды лайк. А вы напишите в комментариях, вы все тренды знаете или нет. А сейчас посмотрим, что получилось. И опять клипы в лайк. И что у Маши получится? Лайки. Ну что, ждем лимузин? Машенька, и вот приехал свой лимузин. Смотри, какой он классный. Поехали! С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Красит! А девчонки без себя... Сейчас мы катаемся в лимузине, и девочки опять снимали клипы в лайк. Уже сняли по клипу, а теперь грузят их в лайки. Сейчас мы вам покажем, что Маша наснимала в лимузине. Happy birthday to you! Happy birthday, наша Маша! Happy birthday to you! Boom, boom, boom. Right, right, right. Побежали встречать гостей. Побежали. Ну что, а теперь все прибежали в развлекательный центр, и каждый нашел себе занятие по душе.
лайки. Ну что, вот я уже и дома. Друзья мне надарили кучу подарков. И сейчас будет мега распаковка в лайки, в лайки. И мы вам покажем все видео, которые Маша отснимет в лайки с новыми подарочками от друзей. И вот подарочек, слайм. Маша обожает слаймы. А теперь давайте посмотрим, что получилось. И покажем вам готовый клип. Лайки. Так, берем одну масочку. И нужно будет жевать. Шоколад. Да, у Маши идея поснимать все сладости, которые ей подарили. Так, продолжаем. Маша уже схватила подарок, шоколадку. И что дальше? Какая у тебя идея? Я. Ты хочешь показать разные сладости, которые тебе подарили в одном видео в лайке, да? Маша хватает следующую сладость. И сейчас Маша будет кусать пандочку. А, кстати, это не просто пандочка, а внутри шоколадные конфетки. Мне очень, кстати, интересно посмотреть, что это за клип получится. Ого, ого, вот такая вот килограммовая хариба. Это тоже подарили ей на день рождения ее друзья. И что же она сделает с ней? Тоже укусит, что ли? Ты еще долго будешь клип снимать? Или он уже готов? Сейчас Маша добавляет какие-то там эффекты, хэштеги, названия, и это видео будет в лайке. Теперь смотрим, что получилось. Я с другой земли тебе догонен. Лайки. А сейчас Маша нашла очень классную музычку, и под эту музычку снимает клип. Я, честно говоря, вообще не понимаю, у нее одно лицо на весь экран, но мне кажется, она придумает какие-то или эффекты, или что-то еще добавит. Вот так Маша снимает клипы в лайк. На кровати распакованные подарки. А Маша все продолжает снимать этот клип, уже наснимала кучу подарков. Давайте смотрим, что получилось. Что же делаешь ты со мной? Девочка, девочка, космос. Потанцуем с тобой. Не нужно так рано домой. Лайки. А сейчас Маша попросила и меня сняться в лайки, поэтому я не знаю, что получится. Я вообще не понимаю, что она от меня хочет. Но давайте попробуем, а потом покажем вам клип. Смотрите, что она делает. Маша! Это будет смешно, ждите клип, сейчас вам покажем. А Маша уже монтирует, это будет что-то. Я просто в шоке, ждите. Вот сейчас прямо вам покажем этот клип. Лайки. Сейчас. Вот Маша еще один подарочек хочет вам показать в лайки. Под какой-то очень смешной тренд. Это ж так надо было объяснить, что теперь вообще ничего не понятно. Это ж так. А теперь смотрим, что получилось. Маше, кстати, подарили вот такой вот пушистенький блокнотик. Вот с таким красивеньким бульдожкой. И Маша что-то там уже придумала в лайки с этим блокнотиком. Это ж так надо было объяснить, что теперь вообще ничего не понятно. Лайки. И вот так прошел мой день рождения в лайки. И всем, кому понравилось это видео, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, наша Маша. И всем пока-пока. И обязательно подписывайтесь на мой лайк. Ссылочка будет в описании. Если вы еще не зарегистрированы, то по ссылочке в описании приходите или регистрируйтесь. Всем пока!